В конце июля вся наша большая Родина отмечает праздник – День военно-морского флота. Военно-морской флот является видом вооруженных сил России. Он предназначен для вооруженной защиты интересов нашей страны, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны. Проведение тематических мероприятий для детей в этот день способствует развитию патриотизма и чувство гордости за свою страну. Чтение книг о военных подвигах моряков вызывает в детях желание подражать им смелости, ловкости, выносливости. Иссыкогорская детская библиотека предлагает вниманию читателей рассказ Анатолия Митяева «Мастер на все руки» из цикла рассказов «В холодном море». Есть люди, о которых говорят «мастер на все руки». Такой человек любое дело знает и делает хорошо. Мастером на все руки, можно сказать, был наш эсминец Гремящий. Он умел бить фашистов на воде, под водой и в воздухе. Однажды Гремящий вместе с Сокрушительным шел в конвое, направлявшемся в Мурманск. Конвой – это вереница транспортов, тихоходных грузовых судов и кораблей охраны. Стоял полярный день, было лето, однако небо затягивалось тучами. Тучи сгустились, посыпался снег. В белой пелене не было видно даже ближних судов. В это время и появился эсминец фашистов. Наши сигнальщики первыми заметили врага. Гремящий и Сокрушительный громыхнули из своих орудий. У вражеского корабля, как потом выяснилось, было разбито машинное отделение. Только снег, полетевший еще гуще, спас фашистов от гибели. Снежная мгла скрыла их. А искать поврежденный корабль, чтобы добить, наши эсминцы не могли. Им нельзя было отходить от охраняемых судов. Поблизости рыскали другие корабли фашистов. Гремящий и Сокрушительный повели транспорты во льды. Там было спокойнее. Фашисты побаивались плавать во льдах. Оторвавшись от противника, наши суда снова вышли на чистую воду и двинулись к Кольскому заливу. Передние транспорты уже входили в залив, и, казалось, все опасности остались позади. Но на Гремящем уставшие от долгой вахты моряки по-прежнему зорко следили за морем. Эсминец шел за концевым транспортом, охранял его. По-морскому прикрывал от возможного нападения. Транспорт был огромный. В нем уместилось 10 железнодорожных составов военного имущества. Как хорошо, что моряки эсминца во все глаза оглядывали море. Вблизи Гремящего рассыпалась волна. На поверхности образовалась водяная яма. В сером сумраке той ямы мелькнула рубка фашистской подводной лодки. Лодка выходила в торпедную атаку. Сейчас она выпустит торпеды и взорвет транспорт. Со всей возможной быстротой, по-морскому, самым полным ходом, Гремящий рванул вперед, чтобы таранить врага. И корабль не проломил лодку, а только проскрежетал днищем по ее обшивке. Вот как получилось. Одна волна открыла лодку, а другая спасла ее от таранного удара. Транспорт, дымя всеми трубами, невредимый шел к причалам Мурманска. Фашистская лодка не успела выпустить торпеды, и это уже было прекрасной победой Гремящего. А на эсминце пока не радовались, все были заняты боевой работой. В то место, где погрузилась лодка, сбрасывали глубинные бомбы. 20 взрывов вспучили море, а после 21-го на поверхность всплыло большое пятно соляра. Соляр – жидкое топливо лодочных двигателей. Он легче воды, вот и всплыл из разбитой лодки, как известие о том, что фашистская лодка отвоевалась.
Гремящий хорошо расправлялся с воздушным врагом, отважно защищал от бомбардировщиков транспорты и Мурманский порт. В один из налетов эсминец стоял в порту рядом с большим судном, плавучей мастерской. Бомбардировщики летели двумя стаями. Одна направлялась бомбить городские дома, другая – суда, причалы и склады порта. Гремящий открыл огонь по второй. Уклоняясь от снарядов корабельных зениток, самолеты рассыпали строй. Они сбрасывали бомбы беспорядочно, не целясь, но один по-прежнему шел на эсминец и плавучую мастерскую. Фашистский самолет намеревался разбомбить судно и корабль разом. Наконец, снаряд с Гремящего поджег самолет. Однако фашист из боя не вышел. Видимо, решился таранить эсминец горящим бомбардировщиком. Была единственная возможность спасти корабль и спастись самим. За считанные секунды влепить снаряд прямо в лоб самолету, сбить его таким способом с курса, с направления. Можно только восхититься мужеством корабельных артиллеристов. Комендоры орудия правого борта прицелились точно, выстрелили быстро. Объятый пламенем ревущий бомбардировщик получил снаряд прямо в лоб. Падая в залив, самолет пронесся над Гремящим, и летчик все же успел сбросить бомбу. Бомба весом в полтонны взорвалась вблизи корабля. Волна ила и грязи, поднятая со дна машинным взрывом, ударила в эсминец. Она прокатилась по палубе, шибла с ног и разметала по палубе комендоров. Но через минуту все были на своих местах и снова стреляли по вражеским самолетам. При защите Мурманска был у Гремящего случай, который никогда не забудут очевидцы. Зенитчики корабля подожгли «Юнкерс». В воздухе он взорвался, его обломки ударили в самолет, летевший рядом. Второй «Юнкерс» тоже загорелся и врезался в землю. За войну зенитчики эсминца сбили 14 и подбили 23 самолета. Да, мастером на все руки был Гремящий. Он побеждал врага на воде, под водой, в воздухе. Вернее это сказать, мастерами на все руки были моряки эсминца во главе со своим командиром, капитан-лейтенантом Николаевым. Они бесстрашные и умелые, удостоились высокой чести. В 1943 году корабль получил гвардейский военно-морской флаг. 2,5 сотни моряков эсминца сменили тогда на бескозырках обычные ленты на ленты гвардейские с золотыми полосками. Эсминца Гремящего сейчас нет на флоте. Его машина износилась, оружие устарело, металл корабля пошел на переплавку. Но флаг эсминца, славное имя его, сохранились. Они перешли к современному большому противолодочному кораблю. Новый Гремящий бдительно стережет морские рубежи Родины.